У Виктюка, с моей точки зрения, он сначала строит пространство, а потом пространство начинает строить себя. И на это уходит не один год. Я много лет уже существую в технике, когда в момент спектакля Соломея сама рассказывает мне, о чем она сегодня думает и каковы ее желания. Поэтому не могу сказать, что меняется концепция роли. Каждый раз, выходя на сцену, я просто играю эту роль, и она меняет меня, а не я ее. Вчера перед спектаклем у меня был спор, и во мне прямо гнев какой-то родился в этом споре. Я вдруг с гневом стал говорить: да любила Соломея, любила она его. Мне: нет, Дима, только бы он повернулся на нее, она бы выбросила его сразу. Я говорю: ну как вы можете? Ну неужели вы не слышите слов Уайлда? Там написано: когда я смотрела на тебя, я слышала странную музыку. Голос твой был как курительница, источающая странные ароматы. Вы можете представить, что эти слова будут сказаны нелюбимому человеку? О какой власти вы говорите? Да, страсть – это каприз, натолкнувшийся на препятствие. Да, это факт. Но очень красивые женщины. Мужчина говорит: я тебя люблю. Что это? Правда, ибо она красива, и есть внутренняя тяга к ней. Или сначала ее красота вызывает твою тягу к ней, а дабы оправдать эту тягу и достичь желаемого, ты говоришь: люблю. Ведь это тоже правда. И в том и в другом случае человек не обманывает ни себя, ни того, с кем он говорит. Это кольцо наших желаний и наших объяснений этих желаний. Она увидела человека, к которому ее тянет. Еще только голос его услышав, она поняла, что это ее человек, ее мужчина, тот единственный на данный момент. Ибо на самом деле это очень странное убеждение людей. Как это? Вот выберу я, и будет он или она моей единственной. Или давай так. Длинная жизнь. Ты еще много-много лет будешь встречать людей, которых никогда не встречал до этого. Вот о чем говорят тебе боги. Ты сделал выбор здесь и сейчас из тех, кого уже видел. Но не видел тысяч людей. Книги Проспера. Ты видела его до Калибана и думаешь, что он красивее всех. Ах, глупая, с мужчинами другими его сравнить, он сущий Калибан. Понимаете? Это цель на данный момент. И вот просто тогда я задаю вопрос. Иоканан, так ли уж ты прав? Ты красивый мужчина. Обернись на эту женщину и пойми, что, может быть, дети ваши будут более высоким достижением. Представьте себе ребенка, рожденного от Иоанна, которого выносит Соломея. Что это было бы за существо? Что мог сделать
этот ребенок? Так ли уж необходимо Богу такое отречение? И если оно так необходимо, то так ли уж необходим Бог? Если этот ребенок не рождается в результате такого волеизъявления. Саломея и Иоканаан – это человеческая история. Много проблем, как не проблем, а много условностей в том обществе. В обществе на тот момент истовых христиан, будущих, да, то есть предчувствующих свое христианство. И среди язычников, у которых тоже есть свои принципы. И Саломея как вершина этих принципов. Но в данном случае, я хочу, чтобы вы знали, много лет я хочу докричаться, и я со сцены даже пропустил какие-то слова, которые могли отвлечь вас, потому что я сказал, ты повязал свои глаза повязкою того, кто хочет видеть только своего Бога. А я видела тебя, я любила тебя, и я все еще люблю тебя. Там между этими словами есть еще одна фраза. Я ее выпустил только для того, чтобы не отвлечь вас. Я хотел сказать «любила», и я хотел, чтобы вы это услышали. Я кричу вам, надо видеть только любовь, ибо тайна любви больше, чем тайна смерти. Саломея – это существо, открывшее пространство, к сожалению, ценой жизни. Но уж такова наша сейчас планета. Мы хотим, чтобы только ценой жизни люди доказывали, чтобы Цветаева повесилась, чтобы не стало Есенина. Вот мы так хотим.